Меня так сильно пробивали в танках, что я когда о них вспоминаю... Есть какой-нибудь смешнявый анекдот, чтобы ржака? Сейчас расскажу. Не смешной вообще детский анекдот. Анекдот про Пятачка и Винни-Пуха. Сейчас я вспомню, погодь. Сейчас я вспомню. Анекдот про Пятачка и Винни-Пуха. Может быть. Нашли, вот он. Нашли, значит, ну, идут Винни-Пух с это Пятачком, да? Идут такие по поляне. Хренак находят ружье. Находят ружье, обычное охотничье ружье, двустволку. Винни-Пух говорит такой, Винни-Пух поднимает это ружье, ну, начинает вот так водить им, водить. На Пятачка наводит, говорит такой, о, да, ну, дуло-то от ружья тебе прям к ноздрям подходит идеально. В ноздри ему вставляет, такой начинает искать, ну... Что-то щупает ружье. Хренак курок нашел, нажал, бах! Винни-Пух такой в непонятках стоит. У Пятачка все там, башку разнесло нахрен в клочья. Винни-Пух такой в непонятках стоит, говорит. Слушай, Пятачок. Что-то не так в этой истории. Блять, и дальше я забыл. Ай, блять, я забыл!